Русский мир. Як змінилося ставлення одеситів до нього? Я сьогодні ненависть. Як можна уважати і відносити з уваженням або просто сприймати людей, которые тебя убивают. Но если немножко добавить им такой легкости одесской, вот таким образом можно назвать их Куршевелем, город или курорт, русским миром. Сегодня быть националистом – это намного круче, чем быть пророссийским политиком. Я задавал вопрос детективу НАБУ и прокурорам. Говорю, послушайте, вы на какую страну работаете? Кто, на вашу думку, вас замовил? Иногда нужно открывать, не приоткрывать, уже открывать занавес и говорить, именно когда в стране война, кто здесь конкретный враг. Я смотрю, что для многих политиков сегодня война закончилась. Для многих структур война закончилась. Судя по тому, что делают и как они делают. Сегодня нельзя допускать. Сегодня нужно сказать, что, ребята, наша главная цель сегодня – победа. Так, доброго дня, вітаю всіх глядачів програми «Аристократія». Сьогодні героїчний мер героїчного міста Одеси Геннадій Труханов. Доброго дня, Геннадію Леонідовичу. Перш ніж ми почнемо розмову, я прошу всіх підписуватись на YouTube-канал. Підписка – це важливо. Ставте лайки, вподобайки і коментуйте це відео. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Одесі? Є інформація, нібито там 3-4 дні назад росіяни підтягнули туди декілька кораблів, декілька човнів і нібито збираються знову думати про штурм Одеси. Ще раз доброго дня, шановні друзі. Про кораблі я вам скажу відверто, що мені це невідомо. І я думаю, що щось таке, так, як слухи, я знаю, як казати. Тому що операція з моря – це дуже важка операція. Я думаю, що за ті місяці війни і благодаря Харкову, Миколаєву, Києву, Чернігову, Одеса мала час, щоб підготуватись. Підготуватись та засилити свої позиції. Оборонні позиції. Тому думаю, що це, от, що кажуть, інформація про кораблі, може, але мені це невідомо. А в цілому обстановка в Одесі спокійна, на перший погляд. Спокійна, люди хочуть відпочивати. Одеса – курортне місто, тому настрій такий. Але всередині я бачу, що люди волнуються, люди переживають. І кожна тривога, кожна ракета – це волнення, це переживання від того, що можуть опять уїхати, можуть приїхати. Говорить о тому, що Одеса спокійна і розважається, або там відпочиває – це неправильно. А скажіть, будь ласка, скільки загалом було обстрілів уже міста ракетних? Ну, в цьому було багато обстрілів. Ті обстріли, які принесли нам пошкодження якісь або смерть наших мешканців, тих обстрілів було там до 10. А у вас є відповідь на запитання, а для чого рашисти обстрілюють Одесу? Якось можна говорити про Харків. Вже є пояснення, чому вони знищили Маріуполь. Одеса – красиве курортне місто, куди їм ще ручками не дотягнутися. Для чого вони це роблять? Знаєте, я сам задаю собі питання постійно. Особливо в момент вистрілу від тривоги. Задаю вопрос, или прильотов, как мы их называем уже. Все в Украине уже знают, и дети маленькие знают наши, к сожалению, что такое прилет. Я не могу себе объяснить, зачем это они делают. Посеять панику, чтобы мы жили в напряжении, чтобы отнять у наших детей детство, чтобы они были в подвалах, наших стариков, пожилых людей, забрать их возможность уже пожить вот на старости лет нормально, спокойно. Наверное, поэтому. Наверное, поэтому я объяснить не могу. Объяснить действия
агрессоров, не знаю, нелюдей, очень сложно. Очень сложно человеку рассуждать и объяснить, почему так себя нелюди ведут. Наверное, так можно ответить. И мы не найдем ответа никогда на это. А скажи, будь ласка, як ви зустріли 24 лютого з точки зору як керівник міста? По інших регіонах я знаю, що для Артьок це була дуже несподівана історія, і багато міст просто були не готові. Одеса готувалася до війни чи ні? Ну, я більше працюю, щоб на забезпечення життєдіяльності міста наші збройні сили, мабуть, готувалися. Але ніхто не вірив, що це таке можливо. Що можливо, щоб по нас, по суверенному, суверенній державі, незалежній державі, нанесли ракетні удари. Це, ну і, може бути, і розуміли, ісходячи з інформації, але ніхто не хотів вірити і не вірив. І, звісно, коли перші вистріли, нанесені удари, ракетні удари по станції РЛС, аеропорт прозвучали, це було 4-15-12 минут. 5-го, конечно, тогда произошло такое осознание, еще не верилось, но осознание того, что все-таки это произошло. Все-таки произошло. Ну и наличие флота оккупантов рядом с Одессой. Конечно, тогда переживания были, поэтому мы начали очень быстро возводить баррикады, и центр города превратился пускать или производить эти противотанковые ежи, и город превратился, центр города, в такую неприступную крепость. Потому что действительно вероятность высадки в первые дни войны десанта была очень велика. Не было укреплено побережье, не было мин на подходах к Одессе. Конечно, опасения были. Тобто, очевидно, що Одеса була значною мірою врятована завдяки подвигу там миколаївців і Херсону. Скажи, будь ласка, а коли була розгорнута берегова лінія охорони, скільки днів на це знадобилося? Ну, з перших днів Збройні сили почали це готувати, і вони швидко це зробили. І мешканці міста всі об'єднались, щоб зробити барикади, щоб зробити ці такі фортифікаційні споруди, як ми це бачили. Десь, може, були помилки, десь багато, десь недостатньо, але всі робили так, щоб захистити своє місто. А як сьогодні функціонує місто? Наскільки, наприклад, я знаю, у Миколаєві була і є дуже велика проблема з водою. Чи є така проблема в Одесі? Як функціонують логістичні служби? Тобто, як вдається підтримувати місто в такий дуже складний час? Знаєте, це дуже цікаве питання. Я дякую вам за це питання особисто, тому що ніхто не бачить, як працює комунальні служби нашого міста та всіх міст. Знаєте, люди, та в принципі так воно має бути, щоб люди восприймали це як ну, так должно бути. Ми повинні, це наш обов'язок працювати. Але воєнний стан і війна повлияла і на кадровий состав. Це теж люди. Хто-то уїхав. Где-то у нас недостатньо кадрів було в перше время. Але ми працювали. І тому, що ми робимо? Ми збільшуємо. Зараз працюємо над тим, щоб побудувати ці бювети, где мы могли обеспечить одесситов питьевой водой. Разработали проект совместно с городами, кооперативами, в том числе и Кагама. В Одессе большое количество штолен, куда отводится очищенная вода. Она выходит в море, это очищенная вода, но она очищена не до такого состояния, чтобы быть пригодной для применения, в том числе и в технических нуждах. Она абсолютно безобидна, безопасна для того, чтобы ее выпускать в море. Но наличие там определенных... А состав не позволяет сегодня использовать как питьевую. Специалистами разработана сегодня программа, мы ее утверждаем. Первый шаг сделаем на сессии, которая должна быть в городе. Примем программу экологическую и начинаем разработку, чтобы дренажную воду использовать, создать накопители, использовать как техническую сначала, а потом рассматриваем вопрос при установке определенных станции очистки воды. Специалисты говорят, что вполне вероятно, что она будет пригодна и как питьевая. Ви вже розумієте, як місто пройде через зиму, як буде відбуватися опалювальний сезон? Я думаю, що на цей вопрос в повному об'ємі не відповідає ні один мер міста, ні одного міста українського.
потому что мы не знаем окончательно цены, мы не знаем параметры, по которым нужно будет рассчитывать, там, сколько будет стоить тепло. И предварительные расчеты сегодня есть, но вы видите, как динамично все меняется. Но я уверен, что мы должны прийти к решению. Оно будет сложно. Сегодня для города те параметры или те подсчеты, которые сегодня мы прогнозируем, они, конечно, те, которые очень сложно поднять или потянуть. При тех задачах, которые мы ставим перед собой, ставит президент, ставит кабинет министров, да и городская власть здесь солидарна, о том, что повышать тарифы в военное время для людей – это очень сложно. И, с одной стороны, мы смотрим на обоснованные экономические тарифы, мы видим цену газа, мы видим всю составляющую тарифа. С другой стороны, понимаем, видим, как живут люди, что они могут сегодня, как они могут оплатить это. То есть задача очень сложна. Очень сложна, и здесь все зависит от совместной работы государственной власти, местной власти, чтобы никто не перетягивал дело на себя или не искал каких-то виновных или ответственных. Нам необходимо совместно найти выход из этой ситуации для того, чтобы люди этого не почувствовали. Потому что наша задача обеспечить тепло в домах наших граждан. И мы обязаны это сделать совместно. Є альтернативні системи опалення, крім газових підстанцій? Ну, знаєте, ми що зробили, що працювало, якісь проєкти були. Ну, аж так сказати, що воно запрацювало, і щоб ми мали альтернативні якісь можливості в такому об'ємі, як потрібно, то цього, я думаю, що в нас немає, і я не знаю, у кого такі можливості є. Ну, тобто ми говоримо про те, що наша країна критично залежна від газу, і, очевидно, ми вимушені будемо його купувати за будь-якою ціною, правильно? Ну, я думаю, що так. Це ми ж кажемо відверто. Ми можемо зараз сказати, да ні, ми зможемо, ми там закриємо наші вікна, і да, закриємо вікна, але цього недостатньо. І сьогодні ми говоримо, тому що газ – це основний акціонерний ресурс. А скажи, будь ласка, скільки людей одеситів сьогодні в місті? Там в абсолютних цифрах чи в відсотках? Ну дивіться, у нас до початку війни було 1 030 000. По нашим розрахункам виїхало десь 200 000 жінок, дітей. З початку війни. Зараз ми бачимо, що повертаються многі. Многі повертаються. Я не кажу точно таку цифру. Ну, я думаю, що зараз близько до 1 000 000 в нашому місті є. Тому що це внутрішньо переміщені люди, це повертаються, це транзитне. Це ті, хто приїхав зараз до Одеси на такий сезон оздоровлення, або просто приїхали з інших регіонів, в тому числі Київ. От, я бачу сьогодні багато машин в Одесі. А скільки санаторій, пансіонатів працює в Одесі сьогодні? Ви знаєте, хто може працювати, працює. Я не можу сказати таку цифру, що скільки пансіонатів працює. Вони зараз працюють в такому режимі, знаєте. По-перше, недостатньо їм персоналу в багатьох. Ну і плюс санаторії їхати, люди раніше їхали, що в санаторій, і він мог піти на море. Пляж кожного санаторія був свій пляж. Сьогодні пляж закритий. Якщо особа в санаторії, ну що робити? В номері знаходитися. На морі не вийдеш. Ми зараз працюємо над тим, щоб розробляти безпечну територію, на яких можна буде знаходитися безпечно. Ну, чим це достатньо складно зробити, тому що відкриває пляжі, или возможность людям будет находиться на пляжах, мы несем ответственность. Мы это и командующие, это и военная администрация, это я как мэр города. Поэтому мы в то же время видим, что люди самостоятельно идут, и остановить их очень сложно. Ну, давайте, вибачте, давайте для глядачів пояснимо, що пляжі в Одесі заміновані. Це одна з ліній оборони, правильно? Так. І як тоді люди йдуть на пляжі? Вони просто їм заборонено заходити у воду, чи які режими? Ні, не всі пляжі замініровані в Одесі, є ті, хто не замінірований, але в той же час вони закриті. Вони закриті по другим причинам, я не буду зараз говорити, по яким причинам. Закриті. Але люди знаходилися спочатку на зеленій зоні, в районі нашої звісної траси здоров'я. Але коли припікає сонце, а зараз буде повищення температури, і, звісно, утримати людей, які
будут стремиться к воде, очень сложно. И все наши таблички или там попереджения, что там заминовано, ну, кто-то на это реагирует. Есть люди, которые вообще на это не реагируют. И объяснить, почему они так себя ведут, невозможно. Вот так они относятся к себе в первую очередь. Ну, чтобы национальная полиция или патрульная полиция, муниципальная варта, все это сдержать, вы представляете, какое количество нужно отвлечь людей для того, чтобы сдерживать береговую линию. Поэтому единственный способ сегодня обеспечить безопасность, это я обратился к военной администрации и говорю, вот если мы хотим, мы должны обезопасить людей. Разрабатываем сейчас меры. Я думаю, что сегодня заслужили первые результаты предложения, как это сделать безопасно. И потом буду докладывать главе военной администрации, командующему, как это можно, на наш взгляд, сделать безопасно и не в ущерб обороноспособности нашего города. Ну, это очень сложно, знаете, объяснить человеческую точку зрения. Можно, конечно, там жесткие меры, можно топнуть ногой, еще что-то. А те, що гинуть люди, для інших це не є якимось знаком запобігання, що от не варто туди йти? Я з вами абсолютно согласен. І точно так же ми людям об'ясняємо. І я об'ясняю. І сам хожу і об'ясняю, що ви робите, люди. Понимаєте? То, що погиб чоловік, прийшов з сім'єю і погиб на глазах у сім'ї. Ви думаєте, кого це остановило? На тому же пляжі. На тому же пляжі. Как только убрали тело, провели следствие там действия, через 3 часа были люди на этом. А в зоне вашей компетенции это организация гуманитарного штаба. Расскажите про ваш опыт. Как вы работаете с переселенцами, как вы работаете с людьми похилого віку, одесситами, яким потрібна допомога? В Одессе был создан практически с первого дня войны в Одессе городской гуманитарный штаб. И я считаю, что это действительно, и не только я так считаю, но по мнению и правоохранительных органов, с которыми мы сотрудничаем, сразу мы понимаем о том, что много спекуляций идет. Где гуманитарный груз, что его продают, попадает в магазины, в торговые сети. Поэтому первую задачу, которую я поставил, абсолютная прозрачность. Все грузы. У нас заведена система, прозрачная система. В эту систему мы дали доступ всем правоохранительным органам, интересующим и контролирующим органы местной власти. Они имеют доступ полностью в нашу сеть. Все грузы сразу ставятся на учет. Это все могут онлайн видеть все контролирующие нас правоохранительные органы. Также мы создали 4 гуманитарных пункта, гуманитарной помощи в 4 районах города. Что касается работы с переселенцами, много их в Одессе зарегистрировано, сейчас 25 тысяч, зарегистрировано. Те, кто уже остался в Одессе. Они остались в Одессе, и среди этих людей есть много трудоспособных людей, желающих работать. Поэтому мы совместно с Центром занятости открыли в пункте регистрации, это очень удобно для людей, они приходят регистрироваться, и тут же открыли Одесский рынок труда. Одесский рынок труда, мы дали все наши возможности, все наши вакансии, которые есть в органах муниципальной власти. Очень удобно, и вот с момента сформирования такого одесского рынка труда уже более 30 человек трудоустроены и работают в различных одесских коммунальных предприятиях. Я думаю, эта цифра увеличится в разы с момента того, когда мы начнем формировать уже кадры в школах. К сожалению, есть учителя, которые уехали. Уехали с началом войны, с семьями уехали. Поэтому кадры как медицинских работников, так и учителей по многим направлениям у нас есть вакансии. Сейчас мы ведем собеседование. И вот такую работу с переселенцами обеспечила их сегодня гуманитарная помощь, особенно помогая тем, кто не может, нуждается в этом. С другой стороны, трудоспособным гражданам, активным гражданам, которые хотят жить и работать, ми також представляємо можливість це зробити. Ви зачепили дуже цікаву тему, це тема зайнятості. Багато людей, навіть живучи в рідному місті, не можуть знайти роботу. У вас є уявлення про те, що відбувається в Одесі? Скільки людей у вимушених відпустках, скільки без роботи і з одного боку, з іншого боку, чи скільки є вакансій, якій частині цих людей можна допомогти чи сьогодні, чи восени? Наприклад. Ну, конечно, я сейчас цифру такую вам не скажу, хотя знаю по всем департаментам, сколько у нас находится
в различной степени, кто в отпуске за свой счет. Мы это все знаем, конечно, регулируем, максимально снимаем, в том числе и напряжение на наш бюджет, потому что есть, например, в парке Одессы есть у нас такое предприятие. Работает там, по-моему, 12 человек. 12 человек сегодня мы практически больше половины в отпуске за свой счет, потому что сегодня это коммунальное предприятие ведет деятельность по организации досуга в наших парках Одессы. Сегодня говорит о досуге, говорят о том, что мы так прямо загружены, нет. Поэтому мы сокращаем, снимаем напряжение на бюджет, сегодня деньги крайне нужны. Добре, я з вашого дозволу уточню запитання. Наскільки це масштабна проблема для Одеси? Безробітні люди, які сидять у вимушених відпустках, це там третина, половина Одеси, бо це все ж потім виліться в комунальні неплатежі, відсутність там продуктів харчування. Звісно. Конечно, ну все, что связано, у нас практически все работает, мы можем говорить там на 50%, если так в среднем. Мы сегодня смотрим практически вся бюджетная сфера, как мы говорим, и работники образования, ну медицина работает, слава богу, а образование, детские садики, другие направления, все это простаивает, и, конечно, люди не работают. И это действительно проблема. Но по сравнению с тем, что сегодня война, все, на мой взгляд, понимают, с пониманием относятся к этому, все, что происходит. Перейдемо до такої важливої теми, як «Руський мір». Як змінилося ставлення одеситів до нього упродовж цих місяців війни? Знаєте, це дуже, дуже, з одної сторони, простий, з іншої сторони, складний питання. Какое может быть отношение к русскому миру сегодня в Одессе, если они убивают нас? Если они не видят в нас украинцев, если они не видят, а Одесса – это часть Украины, это украинский город. Если они сегодня заявляют со своих телеэкранов, ведущих телеканалов, первых каналов, не знаю, топовых каналов своих, политики заявляют о том, что украинцев не существует, Украина не существует. Как можно относиться к этому? Конечно, с каждым днем сначала недопонимание, потом там, неуважение, сегодня ненависть. С каждым днем это все перерастает все больше и больше. Почему я говорю? Это, на мой взгляд, вот очевидные вещи, как говорится, как я уже сказал, простые вещи. Но как можно уважать или относиться с уважением, или просто воспринимать людей, которые тебя убивают? А с другой стороны, вопрос... Вопрос в том, во-первых, как это будет происходить. Потому что есть у каждого города в Украине есть своя история. И здесь, знаете, я очень сдержанно говорю, потому что этот вопрос действительно очень для меня сегодня и для Одессы важен. Важный в том, чтобы мы... Во-первых, сегодня война продолжается. 120 километров от Одессы, Николаев, который героически идет оборону. Гибнут наши люди. Украинцы. Сегодня для меня и для, я считаю, для всех должно быть одно понимание того, что война не закончена. Нам нужно сегодня сконцентрировать свое внимание на том, чтобы остановить сначала, потом отвоевать и победить в этой войне. Что касается русского мира, я вам сказал отношения в общем. Что касается вопросов декоммунизации, дерусификации сегодня. Мы это делаем сегодня, но каждый свой шаг мы обосновываем. Допустим, указатели на города-побратимы. Не вызывал никакого сомнения, исполнительный комитет Одесского просвета сняли указатели на все города-побратимы, которые находились в Российской Федерации и Беларуси. Вот так это обоснованные вещи. Названия улиц, которые не имеют отношения к Одессе вообще никакого. Не знаю, кто их когда так назвал, эти улицы, но их достаточно. Сегодня топонимическая комиссия, мы выработали свой план действий, как поступать. Но это все происходит абсолютно цивилизованно, с объяснением всем, в том числе одесситам, почему это происходит. И мы получаем поддержку. Когда это все делается планово, когда это все делается
не, знаете как, не с какой-то необоснованностью вот, с агрессией какой-то, знаете, такой. Мы должны, мы показываем, что сегодня вы разрушили то, что было, это вы это сделали здесь. Вы сделали здесь это, в частности, вы здесь. Это вы рушите все, что было. У вас немає відчуття, що і ви особисто, і городяни десь помилялися, маючи таку велику симпатію до як тоді ми називали, братнього російського народу? Що тоді треба було зайняти іншу позицію? Ну, я, чесно говоря, не розумію, в чому ми помилялися, в тому, щоб... Ну, ви знаєте... Я поясню, якщо потрібно. Да. Дивіться, у вас сьогодні московські медіа називають націоналістом. Я думаю, ви це бачили, так? Да? Ну, ви пособник київського режиму, ви не зустріли з хлібом сіллю росіян, не закликали їх, і тому ви такі, як і всі ми. Але років 5 назад багатьох людей, які намагалися дистанціюватися від проросійської політики, тут в Україні називали націоналістами, хоча вони були достатньо простих ліберальних поглядів. Ще 2 роки назад, чи 3, ви особисто повертали проспект Жукова в Одесу і проспект Чапаєвської дивізії. А зараз ви будете перейменовувати цей проспект Чапаєвський, я десь бачив в списку, і, по-моєму, Жукова теж. Тобто, очевидно, ви йшли десь там на поводу цього проросійського електорату. Але якби тоді можна було змінити конфігурацію, якби тоді люди дали зрозуміти росіянам, що не можна ідентифікувати нас як придаток до Росії, можливо б і 14-го року не було б. Это очень серьезная тема для дискуссии. То, что вы говорите, во-первых, вот это вся присутствие русского мира в Одессе, ну, наверное, кому-то так хочется. Кому-то хочется так воспринимать Одессу. Я хотел бы, чтобы Одессу воспринимали как интеркультурную столицу нашей страны, город со 130 национальностями, городу, хотим этого или не хотим, у которого есть своя история. Что касается русского мира, то вот я не знаю, какие вы понятия вкладываете или кто-то вкладывает в понятие русского мира. Одесса – город, как я уже сказал, который строился европейцами. Это европейский город. Дело в том, что и работа нашего Одесского морского торгового порта, и сориентированный на российского туриста ранее, до 2014 года, вся инфраструктура туристическая Одесса, клубы, отели и так далее, и так далее. Работа больших компаний российских в Одесском порту, не только в порту Ильичевской, сегодня Черноморской, Южного, компании с российским капиталом формировали. Все здесь, конечно, присутствие, большое присутствие, как я уже сказал, России, русских компаний, туристов и все, что с этим связано. Но знаете, я так, опять же таки говорю, здесь у нас очень серьезные вопросы, сегодня мы обсуждаем. Но если немножко добавить им такой легкости одесской, я вам скажу, что ну, вот таким образом можно назвать их Куршевелем. Город или курорт русским миром. Или там, допустим, Турция, которая сегодня российский турист. Это, ну, а что касается Одессы, я украинец, я родился в Одессе. И для нас, для всех, и мне очень неприятно слышать, что, ну, как не более чем неприятно о том, что, вы знаете, мы от вас не ожидали. Мы от вас не ожидали. Это кто от меня не ожидал? От Киева ожидали? Что он сегодня хочет уничтожить Украину? А тогда было другое время. Тогда Киева было национальным украинским героем. Здесь нужно просто смотреть, что в Одессе, я считаю, очень патриотичные люди. Украинцы патриотичные. Болгары, которые здесь живут. И все национальности. Мы любим свою страну, любим свой город. Поэтому, что касается Жукова, это отдельный вопрос. Вы знаете, в Одессе название улиц, о котором мы сегодня говорим, они же не просто так, потому что это дань была чему-то великому Жукову. Это люди жили и работали в Одессе. По каким-то признакам назывались эти улицы.
присутствие здесь. Те люди, которые мы сейчас пересматриваем, конечно, будем пересматривать. И обязательно топонимическая комиссия, коллегиальный орган, сессия городского совета, как показывал, так и покажет, что мы сегодня, ну, просто просим, я просил бы, чтобы Одессу уважали, любили, а не клеймили какими-то названиями, потому что кому-то так хочется. Потому что что-то здесь не то. Не так, как кому-то что-то хочется. Мы ходим, у нас походка другая. Надо поверить уже наконец, что Одесса – это украинский город. Нам самим поверить. А не говорить постоянно, у вас что-то не так, у вас не то, вы не так говорите, вы не так ходите. Дивіться, я, якщо можна, трошки перепакую своє запитання. А сьогодні всі складають шану і вам, і Одесі, і я бачив всі ці ярлики, які навішують і на вас, і на місто. Я спеціально їх уникаю. Тут питання трошки з іншої площини. Чому саме зараз Одеса буде перейменовувати назад проспект Жукова на якусь іншу історичну назву, бо фактично, якби ми почали дистанціюватися від цих всіх, від цього русофільства значно раніше, то наше життя могло б скластися зовсім по-другому. Я от про це кажу. Тут можна смотрети. Не так, как, знаете, как мы все умные задним числом. Нужно смотреть на то время, на то состояние, и каким было общество, каким было состояние, какие были социологические опросы и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно, потому что когда мы говорим, а вот если, смотрите, вы сегодня видите, как, а если бы вот тогда мы это сделали, тогда не уверены, что тогда бы было что-то по-другому. Сегодня все уже видят и свои поступки, они осознанные. То есть, понимаете, вот смотрите, может быть, я сейчас скажу что-то неправильно. Мы могли долго говорить о том, что Россия – это агрессор. Мы долго могли говорить, мы там до войны, до войны на Востоке, мы говорили, что это не братский народ. Но об этом знали люди, вот, ну, какой-то круг знал. Они были уверены в чем-то, у них был какой-то опыт. Наверное, какие-то факты были. А у других не было таких фактов. Сегодня факт, что Россия – агрессор. Что та Россия, которая убивает сегодня и разрушает наши города, убивает наших граждан, сегодня для всех это данность, это сегодня факт для всех. И сегодня эти, вот именно сегодня, в нынешнее время, эти решения осознаны и они правильны. Большой ценой, колоссальной ценой, непоправимой ценой. Но сегодня уже ясно всем абсолютно. Детям в детских садах, которые не могут прийти себе в группу поиграть с игрушкой. В школах сегодня это все очевидно и понятно. Понимаете, потому что можно было поговорить и на эту тему, я бы рассказал гораздо больше видения и почему Одесса сегодня такая, как она должна быть. Когда-то это было немножко по-другому. Я помню, я проходил все эти этапы. Поэтому правильно сказали, начав свою политическую, ну я имею в виду карьеру мэра города, 2014 год, с клеймом сепаратиста, в 2015 году тот же, в 2020 году, придя на выборы, не с клеймом, а вот таким, знаете, каким самым Ярьянова такого националиста, с которого у меня рисуется. Ну, я вас вітаю. Сьогодні бути націоналістом – це набагато круче, ніж бути проросійським політиком. Хоча в Вікіпедії у вас так і написано, треба вже змінювати, що вас росіяни вже називають націоналістом. Як мінімум писати, що в Україні вас ще дехто вважає за залишковим принципом, а росіяни вже називають націоналістом, вже викреслили з святці. Ви знаєте, Орес, от ви говорите речі, а мені, з одної сторони, дуже... Ну, от знаєте, от, чесно, може, не скромно скажу, що я доволен тим, що я родился в Одессе и знаю Одессу, и знаю, как нужно с одесситами, как нужно разговаривать и как нужно объяснить людям. Как нужно объяснить. Одесситам, если придешь, скажешь, ты не прав, вот надо делать так. Ты любому скажи, ты сегодня украинец. Приди, скажи там. Поэтому мы делали все правильно, я считаю. 2014 год, когда не было транспорта, когда не было в городе качественных предоставлений услуг всех, административных услуг. Я создал, за год мы сделали центр административных, на Дне административных послуг в Одессе. Я получил от ЮНИСЕФ благодарность, а от родного нашего НАБУ Педозу, по которой я хожу 5 лет. Но сегодня это здание работает. Если бы этого здания не было тогда сделано,
Вы не понимаете, какое недовольство было в 2014 году в Одессе, когда элементарный человек не мог получить от власти, городской власти. У них у всех, у людей ассоциируется городская власть, это в целом власть в стране. Он приходит и хочет получить документ себе, свой документ, который страна должна ему выдать по закону. А он должен прийти в 2 часа ночи, занять очередь, потом еще дать, может быть, кому-то, извините, на лапу, чтобы его пропустили там. Потому что дефицит всегда порождает какую-то коррупцию или там возможность зайти с заднего двора. И надо было это все делать. Не думать как, а принимать решения, чтобы люди увидели, что власть есть. В Украине есть власть, в Одессе есть власть. И она заботится о людях. Потому что когда власть не заботится, люди начинают смотреть, кто же нас спасет. Так вот тогда стояла задача о том, чтобы все, что в городе должно работать на людей, оно заработало. И надо было принимать решения, а не смотреть, правильно мы делаем или неправильно. Правильно то, что мы сегодня украинский город. Правильно то, что мы сегодня патриоты своей страны. Правильно то, что сегодня в Одессе уже никто не сомневается. Вот это было правильно сделано. Поэтому все поступки, которые были сделаны тогда, я доволен. И вот эти подозры, которые придумывали и лепили мне, закончатся ничем. Потому что тогда надо было это делать. Я задавал вопрос детективу НАБУ и прокурорам. Я говорю, послушайте, вы на какую страну работаете? Мне тогда надо было принять решение, понимаете? Принять решение, чтобы успокоить общество, успокоить Одессу. С теми показателями социологических опросов, которые тогда были. И мы это сделали. И мы это сделали. И люди поверили. И люди поверили в том, что о них заботятся, что есть в Украине власть, и она работает на украинцев. Вот это самое главное, понимаете? Но это опять же, это все нужно смотреть поэтапно на то время, когда проходились и принимались решения. Я спеціально не готував питань, пов'язаних з вашими кримінальними справами і підозрами, бо там, мабуть, це окрема передача потрібна, але одне коротке запитання. Скільки у вас їх є загалом? Ну, я раз, я рекордсмен, взагалі з тими, хто закритий вже, ну, було 4. Зараз 2 осталось. Це НАБУ, САП і, по-моєму, декларування, так? Щось ви там не задекларували. Ну да, декларування там таке. Інтересна історія. Ну, вони закриті вже, ці два діла по декларуванню закриті. Осталось от цей ЦНАП краян, який якоби перевищена ціна. І нову мені вліпили за те, що ми там якоби відчуження землі произошло. Хоча любой юрист, який смотрит на це, ну, як мінімум ухмиляється. Земля осталась в аренді, платить аренду за землю. Другой участок выделили по статье 92 земельного кодекса прокуратуре, для того, чтобы они построили своим сотрудникам квартиру. Оказывается, мы не имели на это права, хотя не нарушили, ничего не нарушили. Законы Украины не нарушили. Но вот, нарисовать такую большую сумму, предъявить. Я когда спросил, и влепить мэру города, у которого в декларации 120 миллионов заставы, это что, не издевательство? А потом опуститься до 30, это что, не издевательство? Это же не заказ? Ну, это же очевидные вещи. Вы же смотрите, посмотрите декларацию. А кто на вашу думку вас замовил? Не, ну это Сарыч, знаете как. Это отдельный вопрос. Правильно? Добре, дивіться, дійсно, це окрема тема. Та. Иногда нужно открывать, не приоткрывать, уже открывать занавес и говорить, именно когда в стране идет война, кто здесь конкретный враг? Потому что у нас происходит так, что инструменты есть, но почему-то работают они в ту сферу и не в системе, с кем необходимо. Хотя есть доказательные базы достаточно. Но почему-то выборность правосудия, которая находится у нас не завязанными глазами, а, по-моему, знаете, с биноклем, которая смотрит именно кого конкретно нужно. Это уже отдельный вопрос. Пускай на меня не обижаются определенные органы, но сегодня, может быть, опять же таки, я вот немножко так эмоционально начал говорить, потому что действительно болит. Но сегодня, опять же, говорю, я свои эмоции душу в себе. И, может быть, это и неправильно, что сегодня говорю. Нам нельзя сегодня говорить, даже пускай они делают свою работу. Плохо, хорошо они делают. Украина разберется. Правда все равно придет. Но сегодня и в Одессе не надо поднимать эти вопросы. Я смотрю, что для многих политиков сегодня война закончилась. И для многих структур война закончилась. Судя по тому, что делают и как они делают. Сегодня нельзя допускать этого. Сегодня нужно сказать, что, ребята, наша главная цель
Сегодня победа. Победа. И мы все должны. Знаете как? Победим, тогда, может, проверьте, пожалуйста, эти все направления. У мене ще декілька запитань з минулої теми, з якої ми зіскочили. Наступне, мені здається, буде непростим для вас. Як ви ставитесь до того, щоб демонтувати чи перенести пам'ятник Катерині ІІ в Одесі? Я вам скажу, опять же таки, кому-то нравится, кому-то нет. Пам'ятник Екатерині, це не пам'ятник Екатерині, як його називають всі. Це пам'ятник основателям міста Одеси. Кто видел памятник Екатерине, он видел, что Екатерина, подписавшая указ, Екатерина, которая где де Валан, Ришелье и так далее, это для все основатели нашего города. Устанавливался одесситами. Если такое решение будет принято, ну, значит, оно будет принято. Ваша особистая думка. Моя особистая думка, что сегодня это не стоит эти вопросы поднимать. Добре, дивіться, в мене просто тоді одна непроста аналогія. Ми знаємо, що відбулося в Маріуполі. Маріуполь в окупації, як і Одеса була при Катерині ІІ. І уявіть, що Путін засновує якесь нове місто між Маріуполем і Донецьком. І воно на Азові теж може бути називатися місто Азов. І теж хтось хотів би поставити Путіну потім пам'ятник. І Україна звільняє це місто. Як ми маємо до цього ставитись? До пам'ятника Путіну? Я вважаю, що десь не зовсім коректно. Чому? Взагалі не коректно. Путін що, підписував указ о здании, там, вернее, о основании Маріуполя? Ні, я маю в виду, він создасть новий город. Він створить нове місто, яке буде добудоване вже в звільненні України, коли Україна звільнить цю територію. Але Путін формально заснував це місто своїм якимось розпорядженням, коли воно було в окупації там, в вересні. При всем уважении, это вообще какие-то, я даже не понимаю, как это обсуждать. Путин может делать все, что угодно. Он сегодня захватывает, он убивает сегодня людей. О чем мы говорим? Сегодня человек, я не судья, но я думаю, что дадут оценки этому, те, кому дано право, это суды. Я про те, что Катерина теж багато чим прославилася антиукраїнським. Я намагаюся просто вивести вас на розмову про те, що... Очевидно, якщо ми дистанціюємося від Росії, то взагалі потрібно провести повний аудит і зрозуміти, від чого ми відмовляємося, від чого ні. Бо от ви сказали... Так, будь ласка. От ваша думка і ваша мисль. Звісно, пересознання, пересмотр чого-то, він має відбувати, він вже відбувається. Но я хочу вот вашу думку. А что мы сегодня... Вот если у вас в свидетельстве о рождении написано там «батьки», если их оттуда вычеркнут, они перестанут быть вашими родителями? Или как? Вот я хотел бы ваше мнение. Ні, не перестануть. А мова про те, що ми сепаруємося від чогось. І я хочу зрозуміти, наскільки ви готові сепаруватися від російської минувшини. Бо от була скандальна ваша заява, що в американському виданні, не пам'ятаю якому, що ви проти перейменування вулиці Пушкіна. Я би Пушкіна зараз не чіпав, дійсно він жив в Одесі, але ви далі потім сказали, що вас лякає така радикальна відмова від російської культури. І відповідно, де ота межа, де культура є частиною інформаційного простору Росії, а де вона перестає нею бути? Якщо хочете, я ще можу розвинути думку, дивіться, да, окей, кажіть. Смотрите, во-первых, вулиця Маршала Жукова, вона переименована вже давно і носить название Героїв Небесних Сотень. Але ви хотіли її назад переименувати? Да, ми хотіли вернути її назад. Я звертався, чому, я вам скажу, тому що є процедури. І от це дуже, для мене це дуже важливо. Процедуры, которые предусмотрены уставом города, регламентом, о том, что нужно пройти общественное слушание. И на этом паразитируют некоторые политические силы.
Они говорят, вот надо переименовать, поднимают и заигрывают, как вы сказали, со своим электоратом. Для того, чтобы этого не было, и нам говорят, вот не прошли процедуру. Пожалуйста, вы хотите, действительно это правильно, мы должны пройти по процедуре. Пошли по процедуре, выполнили все нормы, улица носит название сегодня, Героев Небесный Сот. Что касается, насколько мы готовы, сложно мне сказать на сегодняшний день. То, что написали, я думаю, что полный текст будет этого интервью. Я сказал, что меня настораживает это, но обязательно я возьму полный текст. Что, то, что я имел в виду, что сегодня, во время войны, я уже сказал, для некоторых политиков закончилась война. И они сегодня побежали самолично переименовывать, бороться, причем по своему, сугубо своему усмотрению, что делать и как делать. Бросать это все в эфир. Я сказал, что меня настораживает, что сегодня пошло соревнование уже, кто более будет радикален в этих вопросах. Не зная ни истории, не обращая внимания на эти факты, на эти вещи. Чтобы не скатились вот в то, ну, не совсем, на мой взгляд, правильное такое поведение и проведение всех этих процедур. Поэтому я и сказал, что сегодня улица Пушкина, Пушкин жил, вот если писал. Если мы хотим сегодня отдать все, у меня было и другое заявление о том, что мы как цивилизованная европейская страна, мы должны объяснить это. Я сказал, что давайте все, что сегодня ценит мировая культура, мы тоже будем ценить. А то, что сегодня... А подарим России тех, кого она хочет. Сталина, Ежова, Берию, там, Киселева, современника. Кто там у них еще? Вот они пускай забирают, это их нет. Но опять же таки, это очень такое... Каждый вопрос, который вы понимаете, это отдельный какой-то разговор. И сегодня нет той таблетки, как поступать. Это правда. Ну, одно раз я хочу сказать. О том, что... Чего я хочу больше всего? И, может быть, была фраза такая, или неправильно это было как-то так воспринято, но для меня, как одессита, человека, рожденного в Одессе, и как сегодня мэра города, я очень хочу для своего города, для своих детей, для своих внуков, для наших будущих поколений одесситов, для будущих поколений украинцев, которые любят наш город. И много людей любят наш город, Украину, я говорю, во всем мире. Сохранить наш вот колорит и самобытность Одессы. То, чем всегда Одесса нравилась, славилась и прочее, прочее. Я хочу, чтобы действительно украинцы помогли нам в этом. Вся Украина. А як допомогти вам? Не знаю, будем говорить. Дивіться, до війни в Одесу, Одеса і Львів були двома туристичними меками, і це, мабуть, одна з найкращих похвал вашій роботі, бо навіть якби Одеса була б історично цікавою, але не вичищена, не відбудована, не реставрована, туди б люди з таким задоволенням не їздили, і це дійсно похвала вам. От. Інтерв'ю зазвичай не будуються на компліментарних тезах, мають бути якийсь конфлікт, тому я вас намагаю спровокувати. Ми це уділяли. Ні, дивіться, це буде в інтерв'ю, і більше того, давайте після війни зробимо про те, що ви зробили і чи не зробили для міста. От. Але в мене є ще декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи може Росія видати на вас якийсь компромат? Чи остерігаєтесь від того? Бо на багатьох вони вже готують і якось намагаються впливати. На вас не вплинули, ви зайняли ту позицію, яку ви зайняли. А от, чи будуть вас доганяти? Ви знаєте, стільки скільки про мене вже розказали про все, я іноді читаю, сам себе починаю боятися. Про то, кем меня лепили в разное время, в зависимости от настроения или течений в нашей стране. Начиная от криминальных каких-то дел, коррупционеров и все, что с ним связано. И поэтому я не думаю, что что-то можно написать или что-то еще выдумать. Хотя
Поэтому я абсолютно спокоен. Как вот было при вручении ПИДОЗа, так же, как и спокоен я был по поводу гражданства, которого у меня никогда не было. И сегодня спокоен. А то, что там рисуют, говорят... Вы понимаете, дело в том, что для меня, мы сегодня говорим, есть вещи, которые, они, с одной стороны, личные, а с другой стороны, мне говорят, а вот сейчас вот вы поменялись, вот вы сейчас, почему именно сейчас вы поменялись? Мне очень так, с одной стороны, грустно слушать эти вещи, потому что люди не следят, а на самом деле это произошло не сейчас, не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Гораздо раньше, когда я занимал принципиальную позицию как украинец. Просто они мало говорят, потому что, ну что говорить, а что говорить о нем хорошего? Как сказали, а хорошего мы ничего не говорим. Люди хотят экшена, люди хотят какую-то вот поковыряться в белье. Но я вам скажу, очень-очень давно, это был, по-моему, 12-й год, я был членом парламента украинского. И у нас была поездка в Москву, тогда были отношения, была межпарламентская какая-то вот встреча. Меня взяли в состав делегации, и я там выступал, на одной из секций выступал. И когда я начал выступать, меня там начали, там все время, у нас время, регламент. А почему? Об этом никто не знает. Это 12-й либо 13-й, по-моему, 12-й год. Потому что секция была посвящена гуманитарная такая секция. Я тогда сказал такие вещи. Если я нашел где-то выступление, а может, оно где-то сохранилось. Вот тогда я сказал, слушайте, хотя другие отношения были, абсолютно другие отношения. Я говорю, послушайте, вот я хотел бы поговорить о ваших фильмах и вообще об отношениях наших с вами. Почему в ваших фильмах постоянно, которые вы снимаете. Украинцев вы показываете либо предателем, либо полицейским, полицейским каким-то, либо каким-то, как вы называете, СЛН. Это что, отношение к братскому народу? А вы герои. Хотя я вам приведу, и вы знаете, не то, что немало, большое количество примеров героизма украинцев. Это что, специально вы делаете? Вы считаете это нормальное отношение к нам? Это вызвало достаточно серьезное недовольство. Это было не сегодня и не вчера. И мне это не нравится. Потому что я с уважением отношусь, ну, наверное, к себе и к городу, в котором я родился, и к стране, в которой я живу. И любое оскорбление моей страны это оскорбляет меня, оскорбляет моих внуков, моих детей. А когда мне говорят это, ну, знаете, нам очень приятно, что вы там поменялись. А мне кто-то спрашивал, что у меня внутри, или анализировали какие-то поступки. Поэтому яркий пример тому, что я видел. Мне так что-то, я помню, когда приезжал Илья Кива сюда, поверьте мне, там, на каждом углу он ходил, там все, я думал, вот какой целеустремленный политик. Жизнь показала. Я навіть знаю, що ви йому здали в оренду вишиванку, бо він дуже хотів. Був такий момент. Ні, я теж подарив йому. Да, у нас було. Він приїхав, говорить, що я забув вишиванку, а завтра вишенковий фестиваль. Я говорю, да. Ну, у мене утром були офіційні якісь зустрічі. Я говорю, я піду на зустріч, а потім приєднаюсь. Він говорить, та ні. Я, говорит, забыл вышиванку. Я говорю, так я тебе дам. Он говорит, у тебя есть вышиванка. Я говорю, а что тебе так это удивляет? У меня есть вышиванка. Чего вот вы такого с таким мнением? Вот у вас такое мнение сложилось, что здесь вот просто какие-то... Да, у меня есть вышиванка, и не одна. Принес ему несколько разных цветов. Говорю, вот выбери, какая подойдет, пожалуйста, я подарю. Я очень удивлен. Я говорю, да я удивлен, что ты удивлен. А тоді, якщо можна таке підсумовуюче запитання до вас, як до корінного одесита, що для вас національна ідентичність? У вас питання настільки ємкі, глобальні. Вас, знаєте, я... Дуже складно двома словами відповідати. Єдине, я скажу, може, общее таке. Я дуже хотів би, щоб ми
И сегодня, с одной стороны, очень большой ценой, с другой стороны, у меня гордость, реальная гордость сегодня за то, что сегодня украинцы, украинская армия, все объединились. И мы все показали нашему врагу, что той нации, которая не существует, как они говорят, сегодня показала, что она не только существует, но, на мой взгляд, это самая сегодня сильная нация в Европе, которая сегодня не только живет хлебом насущным, для которой есть принципы, есть цели, есть гордость национальная. И мне это вот, гордость, действительно гордость. Гордость за то, что мы это смогли сделать, смогли объединиться. И переживали, что мы это не растеряли. Не растеряли, потому что внутри достаточно людей, которые еще будут раскачивать государство, раскачивать ситуацию, показывать, где не до украинцы, а где украинцы, по их личному субъективному мнению. Поэтому, конечно, и национальная идея, и национальная идентичность, они должны сегодня сформироваться окончательно в период серьезных испытаний, войны, сформироваться. И чтобы у нас были главные цели, к которым мы шли все вместе. Вот это хотелось бы, может быть, я так расслышать ответил на вас прошлое, но это однозначно. Сегодня, конечно, это и культура, и язык в том числе. Понимаете? И все, что с ним, но делать это все нужно так, чтобы это исходило не по указу, вот так, а сходил отсюда, из сердца. А як це організувати? За 30 років нам не вдалося от, до кінця сконфігурувати таку середечну українізацію. У вас є розуміння? Це питання не таке швидке, як може казатися. Це не швидке питання. Якщо ми хотімо, щоб воно було таке, знаєте, з фундаментом. Щоб був такий фундамент, що от фундамент, на якому це будувати. А еще ему кажем вот так вот, чик, как канал, знаете, телевизионный, чик, переключу и все. Такого не будет. И это є досвід інших країн, як це формується. Тому у нас є путь, у нас є сьогодні, но є сьогодні такий стартовий, я не скажу стартовий, но вона була вже, а сьогодні це так закріпилося. На мій погляд. Да, може я помиляю, ну думаю, що це. Ви дуже яскраво і органічно перейшли на українську під кінець інтерв'ю. Я сподіваюся, у вас від серця скоро вона буде частіше йти. Я дякую вам за розмову, бажаю всім перемоги і після війни ми з вами зустрінемось у прекрасній Одесі. Дякую вам, дякую. Да, до побачення, дякую, всього найкращого.